Здравствуйте! Каждый день мы друг другу говорим эти слова. Мы желаем здоровья себе, своим близким, друзьям. Но на сегодняшний день сложилась очень серьезная, сложная ситуация как в нашей стране, так и в мире. Очень много людей болеют. И на сегодняшний день все больницы, поликлиники переполнены. В аптеках не хватает лекарственных средств. Что же делать в такой ситуации? Как мы можем помочь себе? Как мы можем помочь людям, которые нуждаются в этом? Прежде всего, это повышение иммунитета. Но самое главное, нужно помнить, что заболевание можно предупредить. И это сделать мы можем сами, благодаря прибору, который находится в компании Vivasan. Биопульсар, рефлексограф производства Германии, сертифицированный в 2005 году как медицинский прибор Всемирной организации здравоохранения. Этот прибор широко используется в таких странах, как Германия, Швейцария, Австрия. Этот прибор уникален тем, что он видит задолго до болезни заболевания органа, благодаря измерению энергетического поля органа. Каким образом происходит измерение? Измерение происходит очень быстро, легко и просто. Нужно помыть руки, снять украшение, включить прибор, компьютер и начать. Причем не требует никаких абсолютно сидений, ни в очередь. И самое главное, он безвреден. Он безвреден и для детей, и для нас, для взрослых, и, конечно, для беременных женщин. Прибор состоит из двух вот таких ладошек. Каждая – это женская рука, это мужская рука. Покрыты они золотом 24 карата. Здесь находятся акупунктурные точки. 43 органа за одну минуту мы видим сразу. Мы видим работу всей системы за одну минуту. Вот в этом и уникальность. Мы считываем информацию, кладем руку, прибор считывает информацию, которую обрабатывает компьютер, и затем дает нам рекомендации, что нужно предпринять в каком из этих случаев. А какие случаи бывают? Мы видим графики. Существует оптимальная энергия органа. И если график повышен, значит, орган работает в повышенном режиме. Это можно сравнить как с автомобилем. Если мотор работает в повышенном режиме, то это приводит к чему? Это приведет, конечно, к выходу из строя этого двигателя. Также и в организме. Если орган работает в повышенном режиме, это приведет к болезни. Если орган работает в пониженном режиме, как я всегда говорю, спит. У него нет сил, ему надо помочь. Как мы в машине? Мы добавляем хорошее масло, мы моем машину. Так и у нас в организме все это точно так же происходит, только мы биологическая система. Поэтому, увидев графики, мы видим уже, на какой орган нужно обратить внимание. И используем программы здоровья с помощью консультантов компании Vivasan, рекомендации врачей. Мы изменяем тот режим энергии, который необходимо изменить, и приводим его к оптимальному режиму работы. Таким образом, мы предупреждаем болезнь. Мы можем быть здоровыми постоянно. Мы можем поддерживать свое здоровье и приумножать благодаря прибору биопульсару рефлексограф производства Германии. Еще мы можем на этом приборе видеть психоэмоциональное состояние человека. Мы можем помочь ему и в данном вопросе. Кроме того, мы можем также помочь человеку, если он пьет мало воды или много, он тоже это видит прибор. Поэтому на сегодня прибор уникальный, универсальный и помогает нам оставаться здоровыми.
с этой информацией более подробной вы можете познакомиться в любом офисе компании Vivasan вашего города, а также обратиться к человеку, который прислал вам это видео, или использовать контактные данные, которые находятся под данным роликом. Спасибо большое. Оставайтесь здоровыми. Будьте здоровы. Берегите себя.